дорогие наши родители, дети, гости, я вас поздравляю с Рождеством Христовым, которое уже было католическое, с Новым годом, который мы ожидаем все. Я думаю, что он должен нам принести самые добрые, самые хорошие надежды. Этот год был очень сложный. Очень сложный был для государства. Очень сложный был для ансамбля «Днепряночки». Сегодня 10-й концерт. За эти 10 концертов мы росли, 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 набирались опыта, достигли хороших результатов. Мы победили, заняли первое место в конкурсе «Штагаренко». Я хочу поблагодарить родителей за то, что вы мне лично помогаете в работе. Моя задача – научить профессионально, а ваша задача – привести детей. Поэтому я вам низкий поклон и за то, что вы снег, мороз приходите. Спасибо большое. А сейчас мы приглашаем на сцену самых маленьких. И я хотела бы, чтобы мы эту песню, которую я пела, родители, бабушки, это песня Бекмана «В лесу родилась елочка». Мы ее все прекрасно знаем. Мы ее сейчас исполним в украинском варианте. Приглашается на сцену веселі дзвіночки.